Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь», с вами Никита. Давай сначала. Ну давай. Давай. Всем привет! Вы на канале. Действительно, блин. Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке». New life is my life. Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке». New life is my life. Сегодня у нас будет небольшая распаковочка с двух магазинов. Это Костка и Сэмс Клаб. И поехали. Ну и, короче, сейчас будет самое главное. Мы покажем два десерта. Сейчас будет самый главный завершающий момент. Не на вас. Открываем два десерта. Один опробованный, так сказать, а второй... А давай начнем с неопробованного. Второй, короче... Антош, ты далеко не отходил. Как это в кинокомедии говорит? По совету друзей. В общем, мы увидели... кто видел наш влог, мы сейчас покажем вот сейчас. Вот какой-то новый сегодня десерт был, поэтому мы его купили попробовать. Да. О, в нем 8 стаканов. В нем модные стаканчики. У нас таких еще нету. Оп, тут ничего, только штрих-коды. Так, давайте смотреть, что у него. Блин, 90 калорий всего. Надо есть. А в том 280. Прикинь, таких можно 3 стакана съесть, поэтому их и 8. А, фиг вам. 230 калорий. Это я не туда посмотрел. Так что, блин. Но все равно 230 меньше, чем 280. Не разгуляешься. Так, и что тут по ингредиентам у нас? Вот еще сейчас уберу, чтобы не отсвечивало. Ну, вот так вот. Никаких специфических знаков нет. С виду очень похожа на ванильную свечку, которая продается во многих магазинах. Она вот так и выглядит. Потому что... Вот это был тот десерт, который никому не понравился. Чего? Может, тем, кто забрал, понравился? Зачем? Может быть. Может быть, но мы ж не знаем. Вот. А сейчас мы попробуем еще один. Мы купили еще один новый, он стоял в том же холодильнике. Какую жизнь мог прожить этот десерт, они взяли, попробовали, не понравилось, тоже быстрее. Пошел дальше. Короче, последний брал уже, последний стакан. В общем, открываем новый десерт. Сейчас я его покажу, подожди. Давайте на него посмотрим. Короче, мы думали, брать его или не брать. Сверху баночка похожа на икорное масло из Беларуси, да? Ну да, ну, смотри, выглядит так. Они же стеклянные, эти баночки. Да, нет. Сейчас будем новые баночки собирать. Ну, гипотетически. Сверху вообще вот это вот как-то нарисовано розовым. Оно вообще как икорное масло, да? Но тут есть заветные слова. Крем-брюле. И нарисована вот такая вот... палочка корицы. Палочка корицы и цветочек ванильки, или как это сказать? Короче, крем-брюле, ванилька, корица. В общем, это нас купило. Отдали мы за этот десерт что-то около 9 долларов. Значит, решили его испытать. В нем 840 грамм. Mm-hmm. Так, что давай еще посмотрим. 8 баночек, 8 юнитов. Модное слово на ютубе. Мы купили этот юнит. Так, ну давайте вот по nutrition фактам, да? Калорийность 230. А сколько вот в этом, кстати? Мы, кстати, такой не распаковывали, по-моему. Распаковывали? Нет, мы большие стаканчики распаковывали, наверное, за это. А в этом калорийность 290. Мне этот больше нравится. Брат, ты его еще не пробовал. Менее жирный. Менее калорийный. Так, ну, значит, вот смотрите, что там в нем еще. Боже мой, в нем холестерола 58%. Твою японскую аппаратуру. Сахар 16, зайка, да? Но в нем есть и витамин А, и железо. Тогда полезный. Тогда полезный, базара нет. Так, что там? А, вот ингредиенты. Так, ну вот, почитайте ингредиенты. Короче, состав яйца и молоко. Может, выставим целым его? Потому что прошлый напоминал вареные сладкие яйца. Ну, гулять-то. Вскрытие. Ну, как ты пробуй сам. Блин! А это что? Аттракцион невиданной щедрости. Да посыпь можно. Может, это надо просто нюхать? Навряд. Ну давай. А, может, это красная посыпка. Давай сначала откроем. Посмотрим, ну, как это икорное масло. Блин, ну, сынок, иди сюда. Я боюсь. Боюсь я. Ну как? Пахнет хорошо.
Скажи это еще раз. Пахнет хорошо, да. Да я понюхаю. А ну знаешь, чем пахнет? Ну так хоть мне. Наружно. Да крем-брюле, я же тебе сказал. Но это не факт. Короче, пахнет просто вот как мороженое, пломбир. Испытание. Блин, оно как масло на вид. Следующий. Подожди. Давай. Посмотри сюда. Покажи нам свои эмоции. Антоша, ну что? Не давай надо еще ложку. Пробуй, не стесняйся. Скажи, на что это похоже. Паша. Оно мороженое, если оно было маслом с солтом. Маслом что? Если мороженое было с... С маслом? Нет, но... короче, знаете, что когда голодный... Когда голодный можно есть? В общем, когда есть, голодный, да, есть можно. Так я буду пробовать или где? Ну, тебе понравится. Со временем. Со временем может понравиться. Он похож на предыдущий, но у него нету вот этого вот, знаете, вот как... Белок откусишь, да, и он куском. А этот не куском. Этот, так может мы посыпем, может еще вкуснее будет, зайка. Ну да. Я не могу сказать, что мне совсем не нравится, да. Его, но он, ну, хорошо, вот и счастье я не испытаю. Вот, допустим, как когда-нибудь, ну, не когда-нибудь, а бывает вечером, там, давай закончишь посыпем дела, сядешь, возьмешь тот десертик, съешь, да. Сейчас откроем вот этот пакетик. То это, конечно... Короче, он очень маслянистый. Короче, красивый, не очень. Высыпали вот такое вот то, что было нарисовано сверху. Это, наверное, есть это. Давай попробуем. Ну, давай. Это просто как сахар, как будто. Сахар, который, вот знаете, как мы в детстве леденцы делали, в ложке полили. Ну ты возьми с этим паленым сахаром съесть. И скажи нам, это вкусно было или... Или лучше в детство вернуться? Короче, я слышу, так хрустит на зубах, как будто ты песка порубал. Ну, со сливочным. В общем, я не буду это есть. Ну, но съесть можно, да? Чтоб не выбрасывать. Ну, нас много, банок мало. Съесть можно. Я попробую с этим песком. Мне песка побольше, не надо мне этого. Да я тебе такого песка могу, знаешь, я профессионально делаю леденцы в ложке. Ну чем? Короче, это сахар галимый. Так я тебе говорю, перепаленное такое, как мы эти леденцы. А вы что? Типа, пакетики однозначно надо сразу выкинуть. Так? Они просто в мусор уходят, они все белые. Сереж, а если вот на этом, да, нафигачить шоколадного сиропа? Я тебе скажу другое. Это надо положить в круассан, и получится заварное пирожное. Очень вкусное. Ну-ка, сделай мне. Это не разрезано, да. Сейчас мы пройдем следственный эксперимент. Я сейчас. Давай. Сейчас Маришка разрежет круассан, и мы попробуем круассан начинить немножко этим. Зайка, так кусочек маленький отрежь, я просто чисто попробовать. И ешь, мы давай посмотрим. Заказала, жри. Смотрите нашу Рашу. Зато баночка хорошая. Короче, оно похоже, очень похоже на масло. Оно очень похоже на вот крем, который в заварных пирожных. Но не очень. Не очень. Но не очень, но похоже. Ой, котик, тебе все, что крем, все похоже. Ну прям уже все, что прям. Скоро поедем покупать заварные пирожные, потому что надо в мне сегодня про них напомнили. И... Потому что, блин, и гречка закончилась. Так, а вот так вот все это закрыть. Это показатель стабильности, блин, и золотого запаса. Так, ну и вот так вот. Отлично. Это вот просто высшее пирожное. Еще круассанчик такой хрустящий. Короче, кофе. На. Антоша. Ага. Я прям... Ешь. Боюсь сейчас. Не бойся. Попробуй. Хочу сказать мои последние слова. Что сказать? Мои последние слова. Потому что, скорее всего, мой язык потираю. Антоша у нас нормальный испытатель стал.
Давай. Yes. Ты можешь выплюнуть в раковину, если хочешь. Лицо светлее. Радость переполняет. Ну как? Ну честно говоря. Когда я кушаю, мне нравится. Когда не кушаю, нет, ясно, тоже. После вкусия тебя напрягает? Да? Ну иди. Я не могу. Какое ощущение у тебя, вот, когда ты кушаешь? Как будто я только что скушал масло. Короче, оно очень получается маслянистое, очень жирное. Ну, в общем, круассан начинять можно, и лучше кушать его будет с булкой. Мы его не будем просто так кушать, как десерт. Я так понимаю, что мы его вообще кушать не будем. Его буду кушать я. Короче, мне круассанов. Я буду так. В этот момент про кашу где-то сердце защемило. Это наш доктор. Но мы ему не расскажем. Я сам не знаю. Нет, очень вкусно. Зря не пробуешь. Ну, не любите. Ладно, у нас еще есть один десерт. Антоша. В общем, вот такой вот десертик. Мы с карамелькой такой распаковывали. Да, а этот с чем? Мы распаковывали тирамису. А это не тирамису. Это вот то, что это. Обычно мы покупаем точно такой же десерт, но у него внизу не черный шоколад, а карамелька. Да, это... и называется он тирамису. А тирамису это... в больших стаканчиках, Зайка, ты путаешься. Ну ладно, значит, короче, вот что здесь у нас получается. В чашке 76 грамм, 290 калорий. Вот такие вот у него... Давайте я наклоню, будет видно тогда. Оп, вот так вот. Вот такие у него ингредиенты. Попробуй, Катаринка. И составляющие. Попробуй с круассанчиком, Катаринка, это очень вкусно. Попробуй, там десерт новый. Да, оно вкусное. Так, а, вот то, что ну, у него. Ну, правда, он тоже говорит вкусно. Вот ингредиенты. Нет, подожди. А, да, вот контейнер, milk, soy и что-то там еще. Так, ну все, открывай. А знаешь, что мне Антош сейчас на уши кинул? Угу. Молодец, говорит, что ты не стала кушать это. А то, что маме приблизься, а то не видно. Десерт этот. Ну, это ты любишь, поэтому... Спасибо. Пока. Расскажи нам, как это чувствуется, Антоша. Нам лучше, ложечка конечно, где-то была? Антоша. Сейчас мама даст ложечку. Оно вкусное. Ну, Антоша, я тебе разрешаю есть мои ложки. Сегодня у тебя особый день. Упс. Упс. У тебя сегодня особый день. Ну, сверху шоколад, это понятно. Ну, с такими маленькими еще шоколадненькими вещами. Так ты покажи ее, то, как оно выглядело. Вот так оно выглядело сверху. Вот, а белое расскажи, что? Покажи. А вот это пахнет хорошо. Это пахнет счастьем. Пахнет как и я. Белое это whipping cream. Такой гусин. Whipping cream, типа это пена, думаешь? Ну, я думаю. Вряд ли. Дай мне попробовать кусочек, я скажу, как я чувствую. Тоже не жадничает. Он не жадничает, там то, что у нас, блин, балуется. Ну. Мне секс спасибо, я сейчас не хочу. Ну, нет, на пену из баллончика не похоже, Антоша, оно более густое. Ну, так же я сам сбитое. Ну, это вкусно, да? А снизу зачерпни. Не-не-не, спасибо, хотелось. Мама сегодня уже йогурт съела, маме больше нельзя. Снизу тоже шоколад? Такой более молочный шоколад. Молочный шоколад? А сверху был более горький? Да нет, выкачал. А вот тебе здесь сверху, да.
Сверху тут был как мерсин шоколад. Шоколад milk на кушане. Угу. Внизу это бульон. Да. На, попробуй. Ну я показываю не той камерой. В общем, это вкусно. В общем, методом пробы и ошибок приходим к выводу, что можно покупать только... Два те десерта, которые мы уже... Два десерта. Вот этот первый. Или мы такой суки вообще не брали? За, мы брали внизу с шоколадом. Брали, но один не помню. Один раз. Короче, можно брать два. Ну, три получается. Тирамису. А, и вот эти два разных. Да, да. А вот эти, короче, мы вот это второй десерт, который был сегодня первым, мы его опять не порекомендуем, потому что, ну, если из него только сделать заварное пирожное. Ну, на самом деле, это просто придумать, куда его деть, чтобы не выкинуть. Нет, ну это получается, вот круассан, он получился очень сладкий, и причем я как-то вот жирное не могу, а круассаны, они какие-то очень жирные. И поэтому, если его не подсушить в печке, для меня он жирноватый получается. Плюс еще жирный этот крем. Да, я с папой прав. Это очень жирно получается. Согласен. Ну, он одобряет всячески. Все, осталось только запить и... И на этом все. И будет конец. В общем, на запивалку у нас вот такой вот попал напиток из Костка. Значит, это что-то похожее на то, что мы показывали раньше. Ну, как это сказать? Тот был у нас... Поставь жаркость под него десерт. Пожалуйста. Тот, значит, был газированный напиток, а этот не газированный. Значит, в нем, давайте, вот такие вот nutrition факты, да, вот такие вот, как это, вот такие ингредиенты. И здесь получается, значит, 4 вида, ну, он совсем теряет почему-то фокус. Манго, dragon fruit. Блюбери и что там? Разбери, грин ти. Короче, это не газированный напиток, который без сахара, который не калорийный. Снимай. Что снимать? Достать? Вот это. Ага. Вот такие вот бутылочки. Ну, в общем, вместо того, чтобы пить напиток и сладкий сок, то со льдом это очень хорошо. Потому что воду все равно все время пить не будешь. А у нас здесь и много пьют воду. Газированный. Я люблю газированный. Тому, кому не понравился не газированный, отключим воду. Вот. Поэтому со льдом, короче, он пойдет очень классно. Мы его купили на поездку в Лас-Вегас, потому что там будет очень жарко. И все, и будем его дринчить там. И все дела. А вы были на канале «Наша жизнь в Америке». New Life is my life. Ставьте лайки, потому что, я так понимаю, вам очень понравился наш этот влог. Он не мог не понравиться, потому что мы провели испытания и... На детях. И очередной этот десерт пойдет, короче, в утиль. Не покупайте его, не тратьте ваши деньги. Он очень сладкий и очень жирный. Короче, вот так мы его опишем. Блин, кот. Что, блин? Можно было ответочку соседу занести, он нам ровно моим. За то, что мы когда уезжаем, как это сказать? Короче, у нас в апартментах на апартмент дается одно или два машиноместа. А у соседей, которые живут напротив, три машины. Четыре. Нет, четвертой, наверное, уже нет. Она, наверное, ушла, там маленький жучок. У них был Volkswagen жук. Он, наверное, ушел. Когда в парк шли, мы видели, только они жучок одеялом покрывали. Да? Ну, чтобы не замерз. А нет, они, чтобы он не выгорал, накрывали его одеялом. И мы видели его. Ну, в общем, они короче... просто его переставляют неизвестно куда. Короче, машин у них очень много. А семья очень приятна, мы их любим. Да, и мы им говорим, что можете там до пятницы, до понедельника ставить машину на наше место. Вот, и... ну, потому что проблема в чем? Они одну машину ставят, а для других нужно искать место на улице. Место. А еще проблема в том, что каждое день... утро одну сторону улицы чистят. Машину надо гонять, чтобы не прислали тебе тикет. Штраф, потому что это очень дорого обойдется. 70-80. Это постоялка там. Да. И мы тогда говорим, как... ну, все время, когда уезжаем, мы перед отъездом заходим, и мы говорим, что наш паркинг свободен, вы можете пользоваться. И где-то после раза пятого
Наш сосед нам подарил бутылку рома. И мы сейчас не знаем, что с ней сделать. Вот. Ну, я думаю, мы должны ее попробовать. В общем, мы ни разу такое не пили, поэтому вы можете нам... Ну, именно такой мы ром не пили, потому что мы Подожди, пили... не ром. Ром, зайка, это ром. А что мы пили, какой ром? Мы в Беларуси покупали ром Малибу. А, Малибу. Ну, я его за ром не считал вообще. Я вообще такой ром, не ром. Короче, если кто-то пил ром и знает, как его пить, рассказывайте. А то получится как с десертом. Будем макать круассаном в него. Вымакивать круассаном ром будем. Ну все, наверное, будем уже подвязывать. Всем пока-пока. Бай-бай. Хорошего дня. На канале уже, наверное, знаете, на каком канале. Увидимся в новом влоге. Бай-бай.